сегодняшний фотограф. Да. Да у нее таких дебютов. Для дебютов у нее дебютов. Да не, у нее постоянно все же на собаку реагирует. Что моя девочка? А у кого розовые трусы? Что моей девочке надо? Но она себя явно здесь комфортно чувствует. Да посмотри. Смотри, она себя здесь явно комфортно чувствует. И ты видела эту собаку дома? Да, зашуганная вообще, было страшно. Знаешь, вообще просто. Она здесь... А здесь они чистые таксы, вот настоящие. Да. Ну, блин, в дверь она шкрябалась, блин, вообще. А, шкрябалась, да, прям ушли, да? Шкрябалась, блин, там собиралась, там, уходить куда-то, блин, устраивала здесь демонстрации. Что, полюбить? Кто это? У нее вижу ошейник, как я снял ошейник, у него ошейник такой был. Собаки. Ребята, вам встречаться, еще встречаться, да, на всяких премьерах, презентациях, поездках, кто куда. Ой, собаки вообще. Ты знаешь, что виртуально взяли визуализированную собаку? Не, ну это понимаешь, что реально. Точно так же, как Оля, представляешь, нет такой, ну, Оля просто во сне приходит. Мне приходит сегодня смс-ка, но я сейчас... Во сне приходит, а смс-ка на то, что... Я даже до сих пор, я не могу сказать, во сне это приходит или не во сне. Потому что я сегодня деревянный, сегодня дербанила телефон, потому что сон